Телеканал КРТ представляє. У нас в Україні різні дані говорять щодо того, що країна втрачає внаслідок контрабанди. Ми знаємо, що через кордон у нас просто потоки цієї контрабанди, там цигарки, там це і дуже багато іншого. Хтось каже, що об'єми тієї контрабанди 100 мільярдів. Хтось називає інші цифри. А от реально, якщо ви як спеціаліст, яку суму грошей недоотримує наш бюджет з того, що в нас просто є така проблема і фактично у нас не працює з цього приводу ті служби, які повинні за цим слідкувати? Смотрите, приблизно, так, розумію, я розумію, знаєте, це як оцінка тіньової економіки. От 10 експертів по різним критеріям могут оценивать теневую экономику и говорить, что у нас теневая экономика равняется нашему ВВП. И обоснуют. Другие обоснуют, что теневая экономика является 2 ВВП. И тоже это обоснуют. Потому что можно оценивать там, на основании потребительского спроса, что он намного выше у нас, чем легальные доходы населения. Значит, говоришь, много нелегальных, нелегальные – это теневая экономика. На самом деле, если взять так прагматично, то надо просто уметь теневую экономику потихоньку сегментарно легализировать. Но то, что она есть, она позволяет государству Украины как-то существовать в плане того, что люди выживают. Я не говорю, что это хорошо, я констатирую факт, а дальше и должна быть программа правительства, как дальше действовать. У нас пока все программы по фискализации. Теперь, чтобы ответить на ваш вопрос, я подойду по такому. Вот смотрите, до сентября месяца, до прихода Нефедова, фактически к руководству, таможня выполняла планы. Более того, таможня выполняла планы с 2000 года. Вот при всех президентах, премьер-министрах и, соответственно, главах таможенных служб страны с 2000 года, по 2019 год, это 20 лет, таможня всегда выполняла планы. И до сентября выполняла планы. Приходит Нефедов, и у него вот все это разваливается. Но оно ж не уходит куда-то, да? То есть в сентябре не упал на 30% потребительский спрос. В сентябре, и когда он пытается рассказывать, что мы стали меньше собирать, потому что в начале года доллар был 27, а в конце года доллар был 24,5. Поэтому вот упали платежи на таможне. Дорогой мой, ты ж не в начале года пришел. Ты пришел в сентябре. В сентябре доллар был там в районе 25, он 25,5 пусть. То есть он с 25,5 упал там до 25 до конца года. То есть он упал на копейки, а не на 10%. Но почему у тебя платежи упали на 30%? На 30%. То есть таможня с приходом Нефедова не добирает каждый месяц в районе 10 миллиардов гривен. Куда делись эти деньги? Если в бюджет они не потрапили, они потрапили до кого-то еще. Вот именно. То есть это пошел, они попали в незаконный оборот. Что такое незаконный оборот, связанный с таможней? Это контрабандные потоки. Потому что утеряна административная роль, утерян контроль за подчиненными, неправильная кадровая политика. Начались потоки, когда идет четкая информация, что вот фирма в Черноморской таможне завозила ткань и растамаживала, например, каждый контейнер там с расчета 2 миллиона гривен, стала растамаживать с расчета 1 миллион гривен после смены руководства. Mm-hmm. Но возникает вопрос, почему? Но та же фирма, та же ткань, тот же поставщик, и вдруг цены стали меньше, и вдруг стали, есть какие-то критерии риска, когда, кстати, тут очень осторожно, потому что многие таможенники на этом играют, вот с этими индикативами, они их оборачивают против людей, потому что когда у человека есть реальный инвойс, реальный производитель, и ниже каких-то индикативов его заставляют растамаживать дороже, это mm-hmm. тоже против бизнеса работает. Но есть и другая ситуация, когда фирма посредническая, то есть которая связана с брокерами, связана с реальным сектором экономики и
осуществляет для них услуги логистические, да? И эта фирма говорит, я растаможу тебе дешевле. Вот вы завозите ткань, за сколько ты завозишь? Я там растамаживаю ее там $8 килограмм, например. А я тебе растаможу за 4, но ты мне там $1.5 дашь. Ну, тут так, да. Уже конкретно вот, коррупционная складова. Да, включилась коррупционная составляющая, включилась неправильная кадровая политика, включилось отсутствие контроля сверху донизу за подчиненными. А бизнес, он же сразу реагирует. Это абсолютно нормальное желание бизнеса платить меньше, конечно. И если бизнеса подталкивают, а спрос вызывает предложение, если пошел спрос таможенников, которых не контролируют, которые неправильно их дезориентировали, и когда они видят, что они могут тоже заработать, а тут же реформа, а реформа их к этому подгоняет. Потому что такое реформа? Всех выведем за Штаты, всех назначим. И так 3 раза за год. Их всех переаттестовывают. Да? Когда звучит о том, что надо переаттестовать работников таможни или работников налоговой, звучит от кого? От Верланова и Нефедова. А кто вы такие? Вы что, специалисты? Ну, если бы это говорил там Макаренко, который был начальником таможни когда-то, да, там другие руководители, то это хоть можно было бы понять, да. А когда пришли случайные люди, аморальные, непрофессиональные, не умеющие работать, полностью погрявшие во всех коррупционных скандалах, коррупционных схемах, завалившие показатели бюджета, да, из-за которого сейчас у нас не финансируются субсидии на медицину, из-за которых заморозили 1 марта, не проиндексировали пенсии, да, 12 миллионов пенсионеров, заложники бездарности и коррумпированности Нефедова и Верланова. Это что такое вообще? Ну, реально неадекватная ситуация.